Добрый день. Сегодня я хотел бы поговорить об установке для очистки глицерина типа FHDS, а именно об установке 5NMK1. Установка 5NMK1 состоит из вертикального многоступенчатого насоса специального исполнения, 5 мембран микрофильтрации NMK1, рамы из нержавеющей стали, шкафа управления, который в свою очередь состоит из контроллера компании Unitronics, частотного преобразователя ABB, комплекта реле, через который управляются исполнительные механизмы. Установка обвязана ПВХ-фитингами и трубопроводами, а также в своей комплектации имеет краны с электроприводами компании Belima и соленоидные клапаны. Данная установка предназначена для очистки глицерина сердца после его обработки порошковым активированным углем. Как я уже говорил в прошлых видео, такой подход позволяет полностью осветлить глицерин в процессе сорбции активированным углем и отделить уголь от жидкости. Процесс обессоливания уже осветленного глицерина с помощью установки электродиализа мы рассмотрим в следующем видео. Производительность данной установки зависит от многих параметров, таких как концентрация глицерина в очищаемой смеси и, соответственно, плотность раствора глицерина, от количества вносимого активированного угля и качества отстаивания жидкости перед фильтрацией, а также от температуры фильтруемого раствора. Данная установка может фильтровать от 400 до нескольких тысяч литров по чистому глицерину. Для получения более точной информации звоните, наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылку на наши контакты смотрите под этим видео.